Новоленинградский переезд на въезде в поселок Запонской всегда очень оживленный. Здесь традиционно много машин и не намного меньше поездов. Как важно остановиться около знака «Стоп» и убедиться, что не приближается поезд, не забывают и опытные водители, и новички. За 20 лет водительского стажа Виктор Бородачев понял, что самое главное – это жизнь и безопасность. Всякие бывают случаи, ошибают людей на переездах, надо останавливаться, конечно. Убедиться, посмотреть, что нет железнодорожного состава, потому что это очень чревато, опасно. Не проезжать легкомысленно, без остановки, водителям напоминают и сотрудники ДПС, и работники железной дороги. Многим из них доводилось видеть страшные последствия такой спешки. К счастью, за последние несколько лет на Самарской дистанции пути аварий не было. Любой железнодорожный переезд – это зона повышенной опасности. Проследуя через переезд, необходимо соблюдать все правила. Малейшее неисполнение вот этих правил ведет к тому, что вы можете попасть в ДТП, который приведет, как правило, к смертельному исходу. Нарушение правила – остановка перед ЖД-переездом – грозит нарушителю в первый раз штрафом при повторном нарушении лишения прав на один год. Нарушение правил проезда железнодорожного переезда является одним из опасных нарушений правил дорожного движения. Ежемесячно сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические рейды. Цель данных рейдов – предупредить, выявить и заодно напомнить водителям о правилах дорожного движения. Во время остановки на переезде стоит убедиться, что поблизости нет поезда, а также пешеходов, которые часто переходят железнодорожные пути. Безопасность водителя и окружающих его людей в большинстве случаев зависит только от него. Дарья Трофимова, Алексей Золотенков. События.